Каждый год, вот, третий раз я уже спрашиваю помощь акимата. Никакой помощи нету. Это я уже третий раз прошу. 2 года затопило, 1 год вообще 4 метра снега было здесь. До выми даже вода была утром, вот здесь. До выми прям была вода. Потом мы вдвоем прорывали, вот сейчас немножко ушло вода. Там арык есть, перекрыли, там мостик есть, там должен быть этот вода уйти. Они вот, видите, ой, все перекрыли. Теперь вот идет к нам вода. Вон там упал сарай. Пошлите посмотрим. Бараны вот. Это у них днем тут стоят, а ночью они здесь стоят. Вот куда теперь ставить их? Вот пошли. Вот видите сарай. Вот пруд. Вон там пруд, вот здесь все видно. Вот видите, надо что-нибудь делать, а им ничего не делать. Летом надо делать. Каждый год держали, и коров держали, и утей, и курей все держали. Даже лошади держали, все держали. Вода уходила? Вода уходила, не было. Вот 20 лет уже, 21 год уже пошел. Живем здесь, не было. Вот это второй год уже. Обратились летом, и когда вот весной обратились, и летом обратились к акимату, они вот не помогают, и все. Вот одна корова простыла у нас в Уйме в прошлом году, мы зарезали и сдали. Что ж теперь держать? Только что вот таким же была здесь, она говорит, а что туда звонили в МЧС, почему к нам не обратились? Угу. Но они обещали принять какие-то меры? Вот они ходят там, не знают, что делать. Смотрят, ходят, одни лопаты, держат лопаты и все, больше ничего нету. Мы своими силами, вот наш КХ «Адитан» помогает сейчас, и сейчас вот этот, который магистрально находится, нефтеперерабатывающий завод, они вот, их не трактор приедет сейчас. Угу. Ну, нам средства не выделяются, мы только снег чистим и все. То есть летом это сделать невозможно? Летом денежные средства нужны нам, никак не можем. В этом году обещает, потому что это уже третий год вот так потоп у нас.